Гражданская команда гандбольного клуба «Гомель» в воскресенье 12 ноября начнет борьбу за путевку в групповой этап Кубка ЕГФ. Первую игру двухматчевого противостояния третьего раунда квалификации турнира с Бьёссеном гомельчанки проведут на выезде. Уже завтра команда отправится в норвежский город Схирдал, где и пройдет противостояние. А сегодня последние домашние тренировки перед еврокубковым матчем. Особое внимание тактике. Надежная защита и ставка на контратаки. Не позволить норвежкам забросить много. Главная задача на выездной поединок. В случае общего ничейного результата в групповой этап попадет та команда, которая меньше пропустит в гостевом матче. Стоит задача, ну, мне и всем остальным игрокам, да, больше 20 голов нельзя получить. В нападению спокойно, до шанса, даже если играть до поднятой руки судьи. Просто все лежит в защиту. В Норвегии в распоряжении Томаса Чаттера будет 13 гандболисток. Проблем со здоровьем у спортсменок нет, а вот легкий мандраж у некоторых присутствует. Немножко видно, на которых игроков немножко волнение, но еще раз повторяем, если в защите хорошо отыграешь, потом это волнение уходит, и поэтому будет тоже в нападении лучше и спокойно. Ответная игра состоится 18 ноября в Жлобине. Бьёссен сейчас занимает 7-е место из 12 женских дружин, участвующих в чемпионате Норвегии.